Всем привет, и мы снимаем о пидата партии снова. Точнее, я снимаю. Так, что это? Thrive and protect the environment plants. Хорошо. Опа. Так, что? Что так немедленно? Так, давайте. А еще с такими лагами. Ладно, подождите-ка секунду. Так, я продолжаю. Скоро лагает. Ну ладно. Еще раз попробую. Вот так вот. Так. Все, давай, по идее все закончится. Раз-два. Фу, все. Так. Опять открыть три пината, партия пината. Новый костюм.
Так. Ну чё, чё, всё нормально. Так, всё. Так, давайте ещё сыграем в Yeti Spotted. Ready, set, go. Странно, пенатов, кажется, так лагало, а тут вообще лагов нет. Сейчас, подождите-ка. Извините, если нарушил чьи-то авторские права. Чувак, зайди, пожалуйста. Если нарушил твои авторские права. Sorry. Sorry. О, блин, гад. А, ладно, он еще забавит. Могил сейчас сожжем. Я такой про, конечно, в этой игре из-за того, что... Я сделал видеоурок, как взломать эту игру. Вот из-за этого у меня получилось стать таким про. Кстати, да. Меня где-то спрашивали, есть у тебя премиум растения? Да, они у меня есть. Сейчас покажу даже. Так, давай. Сдохни. Конечно, я их на настоящие деньги не покупал, эти растения привезли. Ну, вы знаете, как это я сделал. А, ладно. Я взял просто с помощью руки права, взломал. Кстати, да, у меня Blue Stacks, а то Player. Вот. Поэтому не пишите, что у меня фейк андроида. Да, это так и есть, что у меня он фейк. Потому что у меня нету планшета, потому что я бомж. Поэтому у меня Blue Stacks. Просто будешь так съесть такую бомжей. Валите отсюда. Идите отсюда, что вы тут делаете? Ну, держись. Он попался. Вот попал. Ура! Ну что ж, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.